Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет прокачка героя. Покажу вам, как качаются герои в Castle Clash 2 New Dawn. На примере я забрал Бога Грома. Покажу вам, как это все выглядит. В общем, я вам показал, что у меня уже довольно-таки неплохие прокачки героев благодаря сундукам. Ну, конечно же, донаты. Без доната здесь никуда не денешься. Вот у меня, например, есть Минотаврик, как видите. Можно его качать, можно качать пассивки. Вот для пассивок есть специфические скиллы. Видите, для юнита усиление плюс. Я сейчас апну, конечно же. И еще раз апну. То есть вот так вот апается у нас пассивный скилл за счет вот этих вот скроллов, которые сложно достать. Ну, как видите, реально на 10 уровне там будет 100% дефа, скажем так. Также ими можно пассив милитари деф всех героев. Increase деф труп стерион. Ну, то есть еще какая-то тема, я еще полностью все не изучил. А в общем, поехали, начнем мы с другого героя. Это у нас будет вот Тор, Бог Грома. Вот так вот он у нас выглядит. Для апа левела дают за рейды, там опыт за подземки дают. Именно вот этот вот итем, сорс, ресурсы, которым вы можете апать. Видите, продакшн от випа идет 1600 плюс 40% максимальная вместимость. Сейчас у меня 23 тысячи. Вот таким вот образом мы повышаем ему уровень, где у нас повышаются его статы. То есть дальше я его не могу апгрейдить, то есть у меня до 12 уровня. Дальше у нас есть осколки героев. Получить эти осколки героев можно без доната, там сундуков. За каждую прокачку вы получаете определенные бонусы. Ну и соответственно, как видите, силушка тоже довольно-таки неплохо растет. Вот, переводим на следующую звезду вот таким вот образом, и у нас дается еще бонусная. То есть улучшаете, пока у вас есть деф, жизнь, атака, опять деф, жизнь, атака. То есть такого рода плюшки у вас. Вот следующая звезда. А дальше вы переводите его на пятую звезду, да. Можно, ну то есть надо, для того чтобы переводить, надо, как видите, с подземочек подоставать звездочки. Ну как и в битве замков, то есть вы дальше не сможете делать апгрейд, если у вас будет не хватать, соответственно, вот этих звездочек. Вот апгрейд есть. Все, дальше, видите, меня отправляют в подземки. Мне надо 45 звезд. То есть я не могу дальше делать апгрейд из-за этого. Вот наши подземки. Нам надо добыть 45, да? Ну, поехали, попробуем. Батл нажимаем. Так, давайте некоторых героев уберем. Нам нужен тут друид для отхила. Ну и все, и можно и побежали воевать. Ну, с моими героями, в принципе, мне без проблем, думаю, будет здесь пройти даже одним этим. Может и нет, сейчас посмотрим, как его будут дамажить. Ну, видите, он нормально шатает. Ну, мы сейчас это все дело ускорим. Выкину все героев плюс юниты. То есть подземочки здесь интересные. На планшете я играю, на планшете мне графика в разы нравится, чем вот так вот с Блустаксом. Но я надеюсь, они это подправят скоро. Вот его удар сейчас Минотаврик у нас ударит. Как видите, бьет он довольно-таки нехило. Ну, то есть это можно юзать вот эти вот скиллы самому, можно поставить на автопрок. То есть тоже удобно, открыл, закинул и убежал себе, они себе сами по себе там
воюют. Вот, соответственно, я опять же, видите, экспишку получил 1950. Можно потом пропускать одни и те же, получать осколки. Здесь вот можно ниндзика, например, получать. Давайте дальше. Что там у нас с первого 30? Тут надо как минимум 5 пройти, чтобы дальше была возможность скачать героя. Ну, тут типа уже посложнее. Вот видите, тоже есть Минотавр. Выкидываем всех. Магию я пока много не юзал. Сейчас попробуем зарядить. Они зарядятся, мы быстрее так всех разобьем. Ну, то есть, такого рода. Ну, подземки красиво смотрятся, конечно, прорисованы по-интересному. Надеюсь, они еще сделают реализацию графики на высшем уровне, чтобы было более интересно для всех. Ну, то есть, гринделка еще та. Тут уже 2010. Так, 5 тут у нас ниндзик. Тут можно больше пропускать. Поехали. Попробуем фармануть по Берику тоже. Вот ниндзя. Стрелок. Ну, это слабенькие, это вторые только подземки еще. Ничего, скажем так, сложного нет. Но на гостевом аккаунте, который я качал, нас тут уже шатали очень сильно. Есть. Отлично. И получил я ниндзю. Бишама называется. Вот так вот. Еще плюс один герой, которого тоже можно качать. Можно фармить его осколки отсюда, с этой подземочки. То есть, видите, здесь можно фармить это все дело. Окей. Поехали обратно к нашему богу войны. Ой, говорю, богу войны, богу грома. Выходим с подземок. Идем обратно. Что-то не дает нам зайти туда, куда нам надо. Вот, наконец-то. Такс, вот наш Тор. Соответственно, мы можем дальше его уже, как видите, улучшать. Переводить на следующую звезду. Апгрейд. Вот, дальше надо 54 на следующую. Ну, это опять же. Теперь по прокачкам, что у него есть. Есть активные скиллы. Это персональный хаммер, кидает 99% плюс 276. Его вы можете улучшать. То есть делать точно так же апгрейды, за которые вы будете получать вот пятый уровень. Есть пассивный скилл персональный. После активизации этого скилла Тор, его базовые атаки плюс 28% урона. И этот призывает статику на 10 секунд. Вот видите, тоже вы их можете улучшать. Пассивки. Есть такие. Наносит дамаг 5 ближайших врагов и увеличивают статику на 5. То есть такого плана тоже есть, они тоже точно так же качаются. Есть такие, это пассивный милитари скилл,
плюс увеличивает атаку. Короче, это надо переводить, но тоже пассивка какая-то интересная. Так, что есть еще интересного? Ну, давайте улучшим. Хаммер заряженный. Хаммер персональный. Его персональный удар. Интересно, какой максимальный. Да, максимальный 10 уровень, ребят. То есть максимум это десяточка. То есть он должен 52 тысячи силы он у нас дает. Но должен он дамажить нехило. Давайте его сейчас поставим на таблеточку. Я вам уже показывал на примере Минотавра, что они могут делать. А, давайте поставим вместо этого. Побежим в рейд, посмотрим, что он сейчас будет нам выдавать, какой урон. То есть у него максимальный активный скилл. Интересно будет на это посмотреть. Но пока с руки выдает нехило так. Вот так вот он. Ну, что я могу сказать? Имба, короче. В общем, я уже буду вам делать обзоры героев. Конкретные нормальные обзоры. Ждите. Сегодня будет у вас много трэша. Last of Clash опять забьем. Шучу, конечно же. Ну, в общем, такое. Очень много интересного, как видите. Нифига себе. Дамажит он не кисло, скажем так. Ну, 10-й скилл, это, конечно, круто. В общем, такая вот имба. Посмотрите на урон этого паладина и его. Разница в разы, как видите. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.